Сьогодні в цій аудиторії, в нашій університетській класичній аудиторії, ми з вами зібралися на лекцію надзвичайно цікавої тематики. Я вірю, що якби, можливо, не стільки нагода, скільки трошки інші часи, то була б аудиторія заповнена, але переконаний, що тут зібралися якраз патріоти академічного підходу, які понад усе цінують місію університету. Це справді надзвичайно велика справа. І от хочу сказати, я сьогодні своїм студентам, які до мене приходили, перед тим сказав, що я люблю користуватися службовим становищем. Це означає, що я люблю слухати цікавих людей, які приїжджають в Україну, і якщо я можу їх запросити в університет, то це для мене дуже велика насолода, тому що це от і є найкраще використання службового становища, почути людину, так би я мусив в Москву їхати далеко-далеко, так? А так я можу це зробити тут, в стінах рідного університету. Якщо перейти до серйозного тону, то насправді тема дійсно фундаментальна, тема цікава, бо що таке університет на початку 21 століття, це дуже і дуже проблемне питання. Ми з вами пам'ятаємо багато красномовних заголовків університету в руїнах, так, чи місія університету дійсно, назви знаменитих праць, що таке університет загалом. Так, і ось сьогодні ми почуємо, мені здається, достатньо цікаву розмову про те, дійсно, що таке місія університету в сучасних умовах, від людини, яка фахово зможе дати економічний аналіз цієї позиції. Чому я кажу, бо я читав деякі стенограми публічних лекцій, які відбувалися в Москві, я думаю, що кожен із нас для себе сьогодні зможе прояснити місію університету в сучасних умовах з погляду економіста. Прошу вас. Меня зовут Юлия Коденко, я главный редактор портала Политвей, на котором расшифровка сегодняшней лекции будет выложена, то есть ее можно будет еще и прочитать. Вот, и кроме того, я советую Кирилл Александровичу по работе со студентами из Канцеля. Формат у нас выступление и потом вопросы, так что, друзья, работаем по регламенту, в 15:30 нам нужно закончить. Да, потому что 16 доклад уже на форуме, да, тут очень плохо единственное. Владимир Анатольевич, как лучше, как да, по времени? Может, думаю, что 20 минут на доклад, а тогда как раз у нас осталось. 20 это мало. Если, просто если в 15:30 вам можно... А, 15:30. Да. Я 15:30, да? 15:30. Не, тогда спокойно, 45 минут у вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую замечательный, славный Киевский университет имени Тараса Львовича Шевченко или, как хотите, равнопостного князя Владимира 1833 года основания от имени Московского государственного университета или Московского императорского университета, опять-таки, как вам угодно будет называть. И я понимаю, что не то время сейчас здесь, в Киеве и в Украине, чтобы предаваться академическим разговорам, но с другой стороны, всем же интересно понять, кто мы. Мы с вами университет. И зачем? Это очень непростой вопрос. Лекция, которую я предлагаю вашему вниманию, это тема, с которой я выступал в Московском университете, в Казанском университете, в Уральском федеральном университете. И почему? Потому что мне важно, как вы, коллеги, услышите и отнесетесь к тем идеям, о которых идет речь, поскольку это попытка такого самопознания для нынешней ситуации. Я начну с того, что вроде бы не должно ставиться под сомнение нами, потому что это первая статья Великой Хартии университетов, подписанная
всеми ведущими университетами в 1988 году, то есть на, это сколько получается, на 900-летие основания первого из европейских университетов, Болонского. Я думаю, что здесь, в зале, есть кто-нибудь, наверняка, кто доживет до отмечения тысячелетия Болонского университета, празднования по этому поводу, но на 900-летие опыт для чего в университете, зачем в университете, про что в университете, было в общем вот так. Обратите внимание, что в хартии университета речь идет не о том, что здесь исследования самые важные, или там образование. Совсем нет. Оказывается, что университет создает и распространяет культуру через научные исследования и образование. И именно поэтому он должен иметь моральную и интеллектуальную независимость, в том числе от любой политической и экономической власти. То есть основание для автономии университета оказывается не в том, что университет учит вырабатывать профессионалов, находит какие-то новые истины, а в том, что они создают и распространяют культуру. И это главный тезис, вокруг которого будет строиться вся лекция, потому что мне кажется, что это заставляет несколько по-иному смотреть на историю университета, кризисы университета, будущее университета. Это не далеко не полный перечень. Вы видите, что здесь не хватает, например, Львовского университета, если вы скажете, да? Да. Но этот перечень, не только Львовского здесь не хватает, для того, чтобы показать путь за 700 лет. Надо сказать, что в течение этого периода, до конца 18 века, университеты в основном не рождались, они увеличивались. Последний в этом списке Московский университет, я все-таки пару слов скажу, потому что дело не только в том, что это мой родной университет, дело в том, что рождение этого университета представляет собой парадокс, потому что первая попытка основания университета в Российской империи в 1725 году, так называемый академический университет в Санкт-Петербурге, оказался неудачным. Этот ребенок умер. Причем надо колыбель академического университета спорили между собой царь Петр Великий и его советник, замечательный математик Лейбниц. Потому что Лейбниц говорил Петру, что это неправильно, не надо создавать Академию наук в 1725. Сначала нужно сделать работающий университет, тогда через 30 лет можно создавать Академию, и это будет Академия национальная, где национальные науки дадут людей, способных вести дальше научный поиск, вести дальше познание. Петр, как обычно, торопился, он сделал передовые вместе и потерпел удачу, потому что Академия наук, вы знаете, что первым русским членом Академии наук стал как раз Михаил Васильевич Ломоносов, она оставалась немецкой в течение всех 30 лет, а академический университет умер. Почему умер? Потому что, по существу, он превратился в туристическое агентство по отправке дворянских детей в нидерландские провинции и в германские курфюрства. Поэтому нужно было придумать, как создать в сословной России университет, который не будет смерти. И идея Ломоносова, принципиальная идея Ломоносова, без сословного университета, сословного института, которая имеет, между прочим, совершенно прямой выход на современные поиски и терзания, элита, а понятно, что такие университеты, как ваш и наш, они производили и будут производить элиту. Элита производится только при соблюдении принципа бессословности. Вот этого принципа студент тот почтение, кто больше научился. А чей он сын, в этом нет нужды. Да, теперь появились иные формулировки того же принципа. Скажем, Уильям Баффет
обосновывая известные вам движения миллиардеров, которые лишали свои семьи миллиардных наследств, оставляя всего на все миллионы, и передавая эти миллиарды на цели борьбы с ВИЧ, туберкулезом, раком. Бахат сказал, что это гуманно и по отношению к семьям тоже, потому что представьте себе олимпийскую сборную, которую страна соберет из победителей Олимпиады 20-летней давности. Из детей победителей Олимпиады 20-летней давности. Такая сборная точно обречена на поражение. А почему же тогда принцип сословности, династичности и так далее, в других сферах считается нормальным? Я не к тому, что это важно для Московского университета, а к тому, что создание любого из этих университетов на самом деле заключало в себе некоторое решение небанальной задачи. Ломоносову я решил так, для российских условий, при этом напоминаю, он не был ни ректором, ни попечителем Московского университета, он был автором Московского университета. Теперь посмотрим, а дальше то что? А дальше очень скоро наступает первый великий кризис университета. В течение 700 лет университеты множились, а в конце 18-го почти в два раза снижается количество университетов. И в ходе этого кризиса, естественно, возникает три точки зрения, что надо делать. Каждая из этих точек зрения обозначена великой европейской нацией и известным им. А так Смит высказал точку зрения, что университет надо понимать, говоря нынешним языком, как прежде всего производить нечеловеческого капитала. То есть университет дает знания студенту, который студент затем в состоянии превратить в доход, следовательно, студент должен содержать профессор. Я бы сказал, что уже здесь основания, почему другие представители других наук до сих пор не любят экономистов. Представьте себе многочисленные профессии, которые в конце 18 века услышали мнение основателя политической экономии, отца Адама, насчет того, что не надо давать общественные деньги университетам, пусть студенты содержат профессора. Хочу сказать, что в этом вопросе я не согласен с отцом политической экономии, при том, что Карл Маркс замечательно сказал, он сказал, гении никогда не делают ошибочные выводы из собственных ошибочных поступков. Они предоставляют эту возможность своим ученикам и преподавателям. Поэтому доведение этой точки зрения до абсурда про производство человеческого капитала, на мой взгляд, произошло скорее в 90-х годах 20 века, когда университеты пытались рассматривать как производители образовательных услуг. Это совсем вульгарная позиция, потому что если даже это не услуга, то инвестиционная, она не может быть оценена как искусство предмета. Вторая точка зрения, это точка зрения Наполеона Бонапарта, который полагал, что деньги университетам давать нужно, но при двух условиях. Когда университет производит тех профессионалов, которые нужны нации, а это решает правительство. И не надо давать деньги на науку, потому что наука делает темное, с непонятным результатом. Как Победоносцев сказал вот, в философском факультете Московского университета, пользы неизвестны, вред очевиден, после чего на 70 лет философский факультет был закрыт в Московском университете. Не жили на факультете права, поэтому философия права в Московском университете сильнее, а остальные направления с ними проблемы. Так вот, Наполеон полагал примерно так же, что наука дело трудное и счастливое, трудно контролируемое, поэтому государственные деньги здесь давать не нужно, науку отделить, сделать университеты специализированными, жестко производящими те профессии, которые нужны нации с точки зрения правительства. Я бы сказал, что эта точка зрения в современной терминологии
Есть идея, что университеты производят не только частные блага в виде миллиона человеческого капитала, но они производят и то, что называют социально значимым благом, то есть частное благо с положительными сетевыми эффектами, производит то, что нужно в частности обществу, государству, для нации, для развития. Тем не менее, именно третья точка зрения вывела университет из первого кризиса. Это великий немец, Пруссак, Вильгельм фон Гумбольдт. Хочу сказать, что именно Гумбольдт нашел тот симбиоз академии и университета, который сейчас тяжело ищет в России, но в России и академии и университет были созданы до появления великого Пруссака, до того, как были найдены иные формулы взаимоотношений. И Гумбольдт сформулировал то, что стало в мире называться неоклассическим университетом. Мы с вами неоклассический университет гумбольдтовского типа. Именно мы с вами, потому что я бы сказал, что Стэнфордский университет, MIT, это иной тип университета, возникший существенно позже. И я просто обращаю ваше внимание на то, что, скажем, в Стэнфорде студентов, по-моему, 7000 на весь университет, и 42 на весь университет. Это означает, что по существу это научный институт. Научный институт. Потому что такого масштаба университета не в состоянии производить элиты в достаточных количествах и воспроизводить культуру нации. Из позиции, которую Гумбольдт сформулировал, следовало, что должно, науку нельзя гнать из университета, потому что наука не является главной целью. Не является главной целью. Что нужно единство образования и исследований, нужно партнерство студентов и преподавателей, и на этом стоят две академические свободы. Свобода преподавания и свобода обучения. Получается, что университет в таком варианте производит образование, производит исследования и что-то еще, что не было ясно сформулировано Гумбольдтом, но что позволило создать какую-то устойчивую, выжившую в 19-20 веках конструкцию. Что бы это такое могло быть? В 1930 году ясно определили замечательный испанский мыслитель Хосе Ортега-Гас читал в Мадриде лекцию под названием «Миссия университета». Вообще, хочу заметить, что название моей лекции точно не оригинальное, потому что есть работа кардинала Ньюмана, есть лекция Ортега-Гаса, на которой опубликовали газеты в Испании. Он читал две лекции, они были опубликованы. Поэтому это тема, которая на протяжении последних, по крайней мере, трех веков очень сильно волнует человечество, при этом с 20 века стала вызывать явный публичный интерес. Потому что до этого, пожалуй, споры касались тех, кто собирается в правительственных кабинетах, либо в университетских аудиториях. А Ортега-Гас фактически оказался в этом смысле востребованной публикой, потому что сами университеты в это время становились массовыми. Мне кажется, что именно Ортега-Гас нашел вот этот подход к тому, что сформулировано в первой статье Великой Хартии университетов. Именно он подошел к четкому пониманию, что университет производит кое-что еще, кроме частных благ человеческого капитала, умений, знаний отдельного лица, которые приносят его. Что-то кроме того, что он производит необходимых профессионалов для страны, он производит еще и культуру нации. Он производит понимание мира. И те парадоксы из лекции Ортега-Гаса, которые здесь выражены, они по существу были попыткой нащупать вот это. Такое центральное звено в мире. И действительно, университет производит высшее образование,
при этом для среднего человека. Цель этого образования – поместить человека в роли со временем. Не дать ему профессию. Профессию он, естественно, должен получить. Наука неотделима от университета, однако средний человек нет никакой причины становиться ученым. Он говорил даже жестче, что он абсолютно не верит в то, что испанцы способны заниматься наукой. Тем не менее, как в германских или английских университетах, науку, конечно, нужно держать внутри испанских университетов, поскольку наука дает тот материал, с которым строится картина мира. Люди, обучающие университет, совершенно не обязательно будут заниматься наукой. Почти точно не преуспеют в ней. Но нужно же еще вот строить картину мира. Сначала она строится из мифологических материалов, потом из религиозных. С 19 века стал строиться из научных материалов. Может быть, потом выстроиться из какого-то другого. Важно, чтобы картина была построена. Человек встал в роли современника и начал получил карту, карту своей эпохи, своей страны, для того, чтобы как-то себя чувствовать и вести в этих обстоятельствах. Должен заметить, что то, что в виде парадокса говорил Ортега и Гассет, потом было отмечено достижениями родной для меня функциональной теории. Потому что, скажем, утверждение Ортега и Гассета, что университеты существуют не потому, что студенты умны и талантливы, а потому, что студенты недостаточно умны, чтобы учиться самим. Потому что если бы студент был умен и талантлив, он получился из университета. Это очень важный вывод. На нем стоит вообще говоря вся конструкция, и доказательство этого вывода произошло десятилетиями позже. Это Герберт Саймон, получивший Нобелевскую премию 1978 года за создание теории ограниченной рациональности, за доказательство того, что люди не так умны, как было принято считать до этого, но при этом эта ограниченность не мешает им жить, потому что они другим способом принимают решения. Замечательный отечественный мыслитель, причем я даже не знаю, каким отечественному его относить, Евгений Федорович Сабуров, который сам крымчанин ваш, но мы были хорошо знакомы с Евгением Федоровичем, математик, экономист, поэт, педагог, министр, премьер Крыма, вице-премьер России и так далее, и так далее. Вот Евгений Федорович Сабуров, он говорит так: глупость – это такая форма ума. Вообще говоря, Герберт Саймон утверждал ровно то же самое. Я приведу наиболее такой жесткий вариант саймоновского объяснения, как ограниченный рациональный человек, а мы все ограничены рациональными. Поскольку не можем без ограничений черпать информацию, перерабатывать ее, решать непрерывные организационные задачи, ну, размерности хотя бы матриц миллион на миллион, ну, не умеем почему, ну, понятно. А между тем социальный мир, он представляет как раз очень многофакторные, такие многопластовые проблемы и задачи. Так вот, Саймон объяснял это так. Я это привожу в книжке, которая раньше называлась «Национальная экономика для чайников», а теперь именуется «Экономика всего». Она вышла на российский рынок сейчас. Я пытаюсь объяснять какие-то такие основные постулаты национальной деятельности. Саймон говорит, как должен был бы себе супруга выбирать человек, если бы рациональность не была ограничена. Ну как? Берется 3 миллиарда особей противоположных, если мы признаем, конечно, бисексуальный брак. А так нужно брать больше. Да? Дальше решается оптимизационная задача. Но ведь никто так не поступает. А как поступает человек? Утверждался. Совершается несколько случайных испытаний. На основе этого устанавливается уровень притязания. И первая же персона, которая соответствует этому уровню притязания, становится, но не враг, конечно, заключается в небесах. Вот эта вот идея ограниченной рациональности, повторяю, по существу она лежала в основе взглядов Ортега и Гассета на университет. Потому что
именно из ограниченной рациональности, из недостаточной умности студента выводил свое понимание университета Артабельгаса. Но научное образование, вот, существенно позже. Это статьи 50-х годов, вот так называемые административные поведения, наконец, конечно, в 1978 году. К тому времени университеты подходили уже ко второму своему кризису. К моменту, когда было сформулировано понимание Великой карты университетов, что университеты производят, оказывается, общественное благо, культуру, понимание ценностей и политических установок в этом мире, некоторую картину мира, вот, помещение человека в районе со своим временем. К этому моменту уже грянул второй кризис, возле которого мы сейчас живем. Причем, если первый кризис университета был кризисом снижения количества университетов, то второй кризис оказался кризисом от полномочий. Потому что всюду университет, их тысячи, все люди практически учатся в университете. В России 88% выпускников школ поступает в высшие учебные заведения. Это не рекорд. В Южной Корее 92%. В России бывают годы, когда поступающих в университеты больше, чем людей, закончивших школу. И, кстати, я полагаю, что именно это создало ситуацию и с разделением на бакалавриат и магистратуру, распространением англосаксонской двухуровневой системы, потому что когда происходит демократизация доступа к образованию, вообще говоря, падает конкурентоспособность, конечно. Потому что, заметьте, когда мы восхищаемся университетскими профессорами начала 20 века, давайте вспомним, а сколько людей, какой процент людей поступал в университеты в начале 20 века? Мы ведь... В России 3% начала 20 века. Да? Да? То есть университетский профессор – это где-то близко к нынешнему пониманию, ну, скажем так, лауреата национальной премии. Поэтому, о, какие профессора были, конечно, потому что их было вообще, когда счетное количество и колоссальное отборы. Когда я поступал в университет, поступали уже 15-20% тех, кто закончил школу. И дальше это все продолжается. Поэтому возникла школа, которая готовит не к жизни, а к поступлению. Бакалавриат доделывает работу школы, потому что нужно же людям дать представление о жизни, а когда надо делать профессионалами, для этого делать с магистратурой. Кстати, нужно же их еще научить исследовательскому пониманию мира, поэтому аспирантура с 1 сентября 2013 года в России становится уровнем образования. Значит, это критерий. Хочу сказать, думать закономерности. Потому что чем шире становится база, ниже конкурентоспособность, идет погружение, увеличение количества звеньев. Потому что, ну как же, теперь по существу магистр это почти тот, кто раньше был просто дипломированным специалистом. Почти тот. Но вот что-то ему не хватает. Видимо, придется добавить аспирантуру. Благодаря массовости. Что спасает, я снова вернусь к истории со Стэнфордом и MIT. Что спасает ведущие университеты мира? Спасает китаец и индиец. Почему? Потому что они очень умные? Нет. А потому что в этих странах по-прежнему маленький процент населения добирается до университета. И поэтому появление китайского и индийского абитуриента и студента в университете – это праздник, потому что это означает, что он будет конкурировать и заставлять двигаться своих. Потому что когда, действительно, я видел это в Ансиаде, в Фонтенбло, когда в 5 утра в библиотеке, работающих круглосуточно, кто сидит? Китайцы и индийцы. Они сидят всю ночь, я не понимаю, когда они спят. Это правда. Не ощущение, что они не спят. Но кто это? Это не просто китайцы. Это тот 1% китайского и индийского населения. Тот самый, из которого в свое время получались блистательные студенты императорских университетов или профессора, или адъюнкты императорских университетов. Поэтому кризис-то понятно,
Благо массового образования, общего доступа к образованию, приводит к тому, что постоянно проседает вся система, образуются все новые уровни, мы находимся в непрерывном процессе ремонта университетской системы. И здесь, когда университетов кругом очень много, и при этом вот они еще разноуровневые, и потоки идут из разных стран, и у себя идут все университеты. Естественно, опять задан себе вопрос, зачем нужно образование, потому что, конечно, здесь продолжается инвестиция в человеческий капитал. Но вот какое противоречие возникает. Ведь с точки зрения, опять-таки, экономической теории, с точки зрения того, можем ли мы понять качество того, что происходит в университете, я хочу сообщить в общем грустную новость, что университетское образование представляет собой доверительный момент. То есть мы не можем установить его качество. Мы легко устанавливаем качество и исследуем благо, потому что вам нет необходимости съесть килограмм яблок для того, чтобы оценить их качество. Вы съедаете одно яблоко из ведра или вырезаете дольку арбуза, и вы оцениваете качество. Труднее оценить качество подержанного автомобиля, потому что он выглядит хорошо, но вы проехали 500 метров, он остановился. Это опытный выбор. Не исследуйте. Тут выше издержки оценки. Совсем тяжело оценить качество движения. Я говорю своим студентам, что могу твердо предсказать, что через 5 лет 99% из вас будет иметь вот такой-то уровень дохода и работать там, там, там и там. Но вот почему это будет так? Могут быть разные ответы. Первое. Потому что я вас очень хорошо учу. Но это только не будет. Только гипотеза. Потому что, пожалуйста, второй вариант ответа. Столь талантливые люди были собраны магнитом Шпиля Московского университета, что мы их не успели смотреть. Конкурс огромный, действительно, у нас в Клубиате конкурс прирастает на одного человека в год, то есть сейчас вот 11 человек на место. Я практически убежден, что 12 человек. Да, вот они растут. Конечно, от города далеко. Люди приезжают. И из совершенно разных городов, пространств, стран и так далее. Может быть, третий ответ. Поскольку в этих успешных организациях командные выпускники Московского университета, они предпочитают брать людей из Московского университета, потому что они знают, этих вот тут не научили, это мы научим, а тут ты их должны были научить. Тебя вот это научили, все нормально. Да? То есть, может быть, а может быть и четвертый, и пятый ответ. Образование продолжает быть доверительным благом. Вроде бы ничего страшного, если только мы не подумаем над тем, что, может быть, это хирург, который вам будет отрезать, например, аппендицит, или юрист, который сейчас работает над поправками закона об образовании, или экономист, который должен найти выход из кризиса пенсионной системы. И вот тогда становится понятно, что то, что образование представляет собой доверительное благо, это проблема. Опять-таки, проблема, потому что возникает эффект ухудшающего отбора. Я упомянул уже подержанные автомобили, потому что ровно наблюдение за подержанными автомобилями принесло Нобелевскую премию Джорджу Атвуду. Я считаю, что это самая остроумная работа из тех, которые я знаю за последние, ну, может быть, 20 лет исследования рынка лимонов. Кстати говоря, это парадокс. Он написал статью, которая трижды не прошла в журналы, а потом буквально по такому странному стечению обстоятельств, некоторому внутриакадемическому конфликту, некто протащил эту статью в академический журнал. И через 10 лет он получил заряд на английский фильм. Потому что открытие было действительно потрясающе. Смотрите. Что открыл Акерлов, наблюдая время подержанных автомобилей. Он открыл так называемый ухудшающий отбор. То есть он доказал то, что интуитивно понимали многие, что конкуренция может приводить не к улучшению, а к ухудшению при определенном условии, когда потребитель не понимает качества продукта.
Все автомобилисты. И надо сказать, у продавцов плохих автомобилей гораздо больше шанс их продать, потому что они могут опускать цены. Вы решили покупать тот автомобиль, который дороже, считая, что он качественный. У них есть возможность подниматься. Поэтому в этой конкуренции будет выигрывать машина. Когда есть асимметричная информация, конкуренция начинает выигрывать машина. И рынок начинает схлопываться. Плохие, хорошие товары вытесняются, хорошие производители вытесняются. Как что заметить? Это относится ко многим другим конкурсам. Например, идея, что конкурсы на замещение государственных должностей обязательно приводят к повышению качества чиновников, не обязательно. Давайте посмотрим, как оценить, возможно ли оценить качество, нет ли оценить информации. То, что касается, между прочим, выборов. Выборов. Потому что если избиратель не понимает, за что он голосует, например, он голосует за лицо интересное, то будет иметь место упущающего. Вот это открытие, разумеется, имеет прямое отношение к университетам, и отсюда возникает очень тяжелый вопрос. В этом суть нынешнего кризиса, что их много, качество непонятно, непонятно кому что можно доверить, и это риски всех и каждого из нас. Что же в этих условиях можно было бы делать? Я сейчас скажу немножко странные вещи, возвращаясь вот к тому, что мы находимся в такой развитии. В России идут очень серьезные споры, не надо ли начать закрывать слабые университеты. Конечно, безусловно, университеты, которые не в состоянии учить, куда человек просто не ходит, а платит деньги, потом приходит за диплом. Надо амфитировать, это неуместно. Но гораздо тяжелее вопрос о слабых университетах, которые не в состоянии производить хороших специалистов. Потому что можно ли утверждать, что они вообще ничего не делают? Я напоминаю, что мы имеем ситуацию, когда почти все учатся. Хочу сказать, что неожиданно для многих, я выступил вроде бы представитель Московского университета, а я экономический консультант президента и премьера, должен был выступать за закрытие всех своих университетов, потому что это должно усилить нас. А я выступил, между прочим, вместе с Владимиром Мауком, главой Академии народного хозяйства и государственной службы, против закрытия слабых университетов, потому что я утверждаю, что они производят очень важные. Если мы помним, что университеты производят, они производят средний класс в стране. Потому что средний класс – это явление самоидентификации и определенных поведенческих характеристик. Что такое средний класс? Это люди, которые считают, что денатурат пить нельзя, что фитнес находится за углом, депозит бывает разный. Хорошо ли это для страны? Очень хорошо. Они, может быть, плохие врачи, учителя, экономисты, менеджеры, но у них меняется экономическое поведение, у них растет продолжительность активной, здоровой жизни, просто потому что они перестали есть и пить то, что пили бы и ели без этого образования. Это открывает новые рынки страны, открывает новые возможности, сберегает человеческий потенциал. Поэтому проблема-то не в том, чтобы прекратить производство вот в этих слабых университетах. Надо просто понять, что это тот случай, когда человеческий капитал накапливается там плохо, то есть компетенции почти не прирастают. Профессионалы производятся некачественно на правом уровне, но культурную функцию они реализуют. Они реализуют вот этот самый сдвиг. Поэтому, на мой взгляд, главный вопрос, как отличить лимоны от слив. Надо сказать, что Джордж Апилов,
объяснил, что есть очень простое решение, которое спасло рынки подержанных автомобилей. Оно называется частная гарантия. Вот как только вы у продавца просите гарантии, что он оплатит ремонт в случае чего, цены сразу выравниваются в соответствии с качеством. Поэтому по существу университета нужно найти правильное решение, как отличить тех, кто производит поведенческие установки, от тех, кто производит профессиональные. Может ли быть такой внешний признак? Я думаю, что есть несколько возможных решений, но то, на котором я настаиваю, магистратура не должна быть в тех университетах, которые производятся. Потому что профессионала теперь производит магистратура. Если нет магистратуры, это значит, есть выпуск людей, которые получили представление о мире, как научились себя вести в этом мире, но не надо ему доверять скальпе, когда будет резать вашего ребенка. Не надо. Он хороший человек. И очень может быть, что он займется общественно полезным трудом не такой ответственности, потому что он не хирург, скорее всего. Поэтому, на мой взгляд, решения существуют, и эти решения существенны вот почему. Мы по существу, это сфера, которая меня более всего интересует как экономиста-теоретика, как национального экономиста, потому что я полагаю, что названные и не названные на Нобелевские премии, многочисленные в этой сфере, быть за создание теории формальных институтов, которые поддерживаются специально обученным принуждением. А впереди поле неформальных институтов, которые живут в каждой стране, а в наших странах они особенно важны, потому что они чаще не совпадают с институтами. Так вот, поэтому это просто такая оговорка, объяснение, почему здесь появилась такая более, я бы сказал, рафинированная научная схема. Это схема Нобелевского лауреата 2009 года Оливера Вильямсона. Обратите внимание, кто получил Нобеля, ведь все спорили, кому дадут Нобелевскую премию после того, как грянул мировой кризис, ну, прямо скажем, противоречащий десяткам Нобелевской премии, которые были выданы до этого. Поэтому было понятно, что макроэкономист не получит. И, по-моему, было общее удовлетворение, когда получил Оливер Вильямсон и Эрин Остром, два национальных экономиста, Оливер Вильямсон создатель теории оппортунистического поведения, который, если Герберт Саймон доказал, что люди не очень умные, при этом умеют принимать решения, то Вильямсон доказал, что люди не очень честны, в результате этого ведут себя по определенному механизму. Очень уместное время в начале финансового кризиса. Но Оливер Вильямсон, схема, которая здесь приведена, это схема, которая показывает, как меняются ценности поведенческих установок, как меняются те или иные институциональные механизмы. Вообще говоря, то, что относится к сфере нашего интереса, это верхняя строчка, и здесь звучит тяжелый диагноз, что здесь частота изменения от 100 до 1000. Изменения в области культуры, социальной укорененности, неформальных институтов, обычных традиций, религиозных норм, вот они такие. На самом деле, опыт университетов показывает, что нет, что сдвиги происходят гораздо быстрее. Они происходят, конечно, не за месяцы и не за годы, но десятилетия дают ощутимый сдвиг. Кстати говоря, я полагаю, что одна из причин взлета Южной Кореи как раз то, что там Южная Корея смело пошла, будучи страной в общем довольно отсталой, на массовое обучение людей в университетах, на превращение, на создание среднего класса в не очень сильный университет. Здесь нет ошибки в том, что утверждает Вильямсон. Здесь есть просто предположение, что процесс идет спонтанно, то есть в семье. А есть же механизмы социализации, которые это делают.
причем не только университет. Я бы говорил о тройке, по крайней мере, институтов, которые создают другие институты. Это школа, армия и тюрьма. Кстати, это второе, почему нельзя сказать слова «университет». Потому что, а куда вы давайте девать эти варианты? Призвать в армию, посадить в тюрьму, отправить на улицу, чтобы они потом попали в тюрьму или были признаны в армию. Причем я скажу, что даже не очень хороший университет, как правило, лучше хороший тюрьму. Думаю даже, что часто лучше хороший тюрьму. Я совершенно шучу, потому что это все институты, которые делают одно и то же, это механизмы социализации. Это способы создания ценностей и политических установок. Потому что как только мы согласились, а я надеюсь, мы согласились с первой статьей Великой Хартии университета, что университет производит культуру, то есть ценности и политических установок, мы тут же стали рассматривать это в других рядах. По-другому стало все смотреться. Тем не менее, я бы хотел вернуться, конечно, к нам, потому что мы же сами себе интереснее, чем нам, слабый университет, правда? И в чем же функция элитных университетов? Тех, которые, на мой взгляд, должны быть то, что в германской университетской системе называлось профессорский университет. А сейчас, видимо, магистерская аспирантская. Что-нибудь в этом роде. Фактически получается, что как раз вот эти университеты занимаются двойной работой, которая должна приводить к созданию конкурентоспособных национальных элит, конкурентоспособных не только в национальном масштабе, а в масштабе международном. Их задача – социокультурный профиль страны, той страны, которая они существуют, использовать как базу, которая позволяет производить сильных профессионалов. Я не хочу подробно останавливаться на этой теме, потому что я об этом читал разные публичные лекции, публиковал статьи о том, что есть связь между ценностно-культурной картиной, состоянием того, что мы как экономисты называем социальным культурным капиталом, и типами социальных капиталов, и теми профессиями, которые успешно производятся в первом месте. С другой стороны, понятно, что производя элиты, нужно снимать какие-то границы, которые не позволяют стране двигаться, конкурировать с другими, занимать более предпочтительные позиции. И поэтому в этом смысле университеты должны менять ценности элиты. Я могу сказать, для России, я не знаю, как в Украине, в чем. То есть могу предполагать из кросс-культурных исследований, которые по нескольким методикам делаются, Украина ведь входит и в Болт-Вейлисов, и в Европейн-Вейлисов, есть обильный материал. За несколько раундов вы можете смотреть культурные характеристики. Я об этом буду говорить через полтора часа, да, в докладе на форуме. Как тема культурные тренды и экономическое развитие. Тема дискуссии, я бы сказал, как это будет следовать на форуме. Так вот, я про Россию могу сказать, что в России главная проблема элит состоит в том, что у них существует так называемое высокое избегание неопределенности. То есть они в этих условиях боятся будущего. Они предпочитают статус-кво. Они боятся открыть дверь, потому что вдруг там ухудшение. Это все известно. Известно в многих случаях, есть даже специальные принципы, описанные Нобелевским лауреатом Каршаном, принцип Максимина, когда выбор идет не между лучшего по сравнению с хорошим, а выбор идет с целью минимизации ущерба. Это нормально, когда мы говорим о ведомых группах общества. Это ненормально, когда мы говорим о элитах, потому что элиты обязаны обладать сценарным мышлением, обязаны пользоваться им для того, чтобы прокладывать разные варианты движения страны в будущем. Я думаю, что это проблема.
Думаю, что не только для России. Это делается очень трудно. Поэтому я мечтаю о том, чтобы через 10 лет, ну, реально через 15, сменился, сдвинулся социокультурный тип российских людей. И это решается в университете. Почему в университете? Я ссылаюсь на то, что именуют в литературе второй гипотезой Ивана Лейбхарта, хотя, в общем-то, это давно не гипотеза. Это верифицированные вещи, доказанные многократно. Кристаллизация ценностных установок происходит у людей в условиях так называемой ранней взрослости, в возрасте 18-25 лет. Поэтому то, какие ценности будут доминировать в наших странах через 15-20 лет, решается сейчас. Я бы очень хотел, чтобы это решение было осознанным для самих университетов. Потому что если мы согласны, что университет формирует культуру, то давайте думать о том, какую культуру нации и мира закладывают элитные университеты сегодняшнего мира. От этого очень сильно будет зависеть деньги. Завтра. Благодарю вас. Александр Александрович, уважаемые коллеги, я призываю вас к обсуждению, к вопросам. И, пожалуйста, для того, чтобы в стенограмме потом отображалось правильно, нужно было расшифровать, называйте себя, задавая вопрос четко, внятно, чтобы потом Юле и ее сотрудникам не было проблем расшифровать. Ну и, пользуясь правами соведущего, хотел бы задать такой вопрос. Так? Вот на прошлой неделе я имел такую возможность побывать в блестяще, скажу, организованном, вот с Алексеем Леонидовичем мы были на блестяще организованном форуме рейтингового агентства «Эксперт РА», форум по поводу рейтинга университета СНГ, мирового рейтинга, сконструированного этим агентством. Ну, и вот Зоя Зайцева наша, тоже общая знакомая, так, региональный директор по Центральной Восточной Европе, Центральной Азии, КЮЭС, потом написала по поводу, а на пленарном были ректор МГУ, МАУ, ректор Уральского университета, финансового университета Искендара, потом ректор, что у нас вызвало, скажем так, когнитивный диссонанс Академии госслужбы при президенте Киргизии, так, такое блестящее учебное заведение, так. Ну вот, это было потом Зои, наверное, очень блестяще сформулировано. Всеобщая истерика по поводу рейтинга. Mm-hmm. Так вот, почему? Потому что, как по мне, вот пленарное заседание можно было, а потом секция, одна блестящая секция, которая носила такое шифрованное, так, для шпионов название, 5-100-2020, так вот. Для непосвященных скажу, это задача, поставленная президентом Российской Федерации, 5 университетов российских к 2020 году, топ-100 мировых рейтингов. Но почему истерика? Потому что мне показалось, так может, конечно, я ошибаюсь, но мне показалось, что именно рейтинг эксперта РА сконструирован для того, чтобы выполнить эту задачу. То есть, реально был ответ действительно вот тот, который просвечивается у вас, что если это культурные институты, вписанные в среду каждого конкретного социума, то, наверное, надо спокойно к этому относиться. Но раз стоит задача, как Эскендаров сказал, решения партии и правительства не обсуждаются, то для выполнения нужно придумать. Вот каково ваше мнение по этому поводу? Потому что у нас запараллельные, вот есть в компьютерных науках параллельные вычисления, такое понятие, вот у нас процесс запараллельный. И вот я полгода намереваюсь всем объясняю на всех, так вот с коллегами, что надо спокойно относиться, но вот эта истерика, она существует и у нас. Вот, каково ваше мнение? Поразил ровно такой вопрос, когда я прочел эту лекцию в актовом зале Казанского университета, задал мне ректор Казанского университета. Какой, да, вы знаете. Так вот, у меня здесь конфликт интересов, потому что я был одним из 5 российских экспертов, которые готовили
голосованием Международного совета 36 российских университетов правительство попросило, чтобы вот 5 экспертов подготовили это голосование. Я участвовал в подготовке, читал программу, я читал 12 программ из 36. И в этом смысле внутри процесс. Но при этом мое суждение, как Александра Узена, ну, другое. Позвольте, я приведу, во-первых, надо понять, откуда эти идеи берутся в головах президента. Когда мне говорят, все равно они это будут делать, давай примем эту часть, иначе будет дурь. Я говорю, понимаете, если мы подумаем, откуда это взялось, то выяснится, что это наше собственное заблуждение десятилетней давности. Если мы будем работать на наше собственное заблуждение десятилетней давности, мы будем крутить это колесо бесконечно. Да? По существу нужно понимать, ответом на какой неверным ответом на какой правильный вопрос явился этот удачник. А я могу сказать, ну какой вопрос? Вот на этот. Вот. Доверительное благо. Тут же надо как-то оценивать. Тут же обучающие отборы. Ведь что-то надо как-то докажите. Почему нужно этому университету давать 8 миллиардов рублей, а этому только 1? Ведь это правительство, это должно принимать решение, они же все говорят. У нас же святая святых, подходите, мы тут куем будущее, которое через 100 лет будет гордиться вашей прапрадной. Президенту нужно принять решение, а сколько их держать? Поэтому, где найти инструмент? На самом деле, безусловно, хорошего инструмента нет и быть не может. Я сошлюсь на пропущенный слайд, к которому я обязательно возвращусь всегда, потому что 3 сентября этого 2013 года мир в светлой печали попростился с великим экономистом Роналдом Коусом, который в возрасте 102 лет был, умер и похоронен, автор теоремы Коуса, человек, который создал главную теорему, объясняющую, почему совершенство недостижимо, но зато существует разнообразие. Почему идеального решения нет, но зато вам приходится выбирать между разными инструментами. Я на человеческом языке теорему Коуса всегда передаю фразы нашей великой соотечественницы Людмилы Михайловны Алексеевой, которая любит повторять, все рано или поздно устроится более или менее плохо. Вот это правда, это доказано, вот теорема Коуса про это. Трансакционные издержки всегда положительные, социального вакуума не существует. Существует всего трение, которое связано с тем, что человек действительно ограничен рационально и ведет себя оптимистически. То есть всегда генерирует издержки. А раз издержки есть, значит, вы никаким проектом социалистическим, католическим, модернистским, прочим, вы не достигаете цели, потому что трение, социальное деление есть. И в итоге оптимум не достигается, достигается субоптимальные вещи, но зато их несколько. Оптимум, а субоптимальные вещи несколько. Так вот вопрос об инструменте. Откуда вам взять инструмент? Это фраза, которую мы любили повторять в группе экономистов Сигма. У нас было два девиза, мы говорили, мы все можем сделать, но мы не можем сделать все. Фраза, которая на английском совсем плохо переводится. Да? И вот те, кто хочет все и сразу, получают ничего и постепенно. Попытка одним инструментом решить проблему, она обычно не дает результата. Откуда возникла идея использовать международные рынки? Из-за вот этого. Почему она не совсем удачная? Если вы посмотрите на первую 50 международных рейтингов, вы обнаружите, что там располагаются частные университеты. И когда я спросил наших партнеров из Джордж Мейсон университета, прекрасный американский университет, я приведу три характеристики, чтобы вы поняли, что это действительно очень хороший университет. Там 20 лет преподавал Василий Павлович Аксенов. Это база, которую использует НАСА для своих исследований. Наконец, прекраснейший экономист Джеймс Бьюкинен, основатель теории общественного выбора. Это его университет. Я тогда приезжал в Египет, был еще жив, там, 3 года назад. То есть это очень мощный университет. Я спросил, а почему вы не ставите задачу там позиционироваться? Они сказали, а зачем? Частным университетам нужно поднимать деньги.
Для того, чтобы поднять деньги на частных рынках, нужно в листинге, ну понятно, да, вот это листинг. У нас программа обеспечена. Зачем нам тратиться на то, чтобы туда попасть? Поэтому одежка, которую предлагают надеть неоклассический европейский университет, сшита на постмодерный частный американский научно-исследовательский университет. Конечно, не подойдет. Причем, хочу заметить, что эту позицию разделяют Фумбрики, Сорбонны, Бакконны. Поговорите с ведущими европейскими университетами. Есть германские университеты, по-моему, Марбург. Он отказывается предоставлять информацию для рейтингов. Он отказывается, потому что, слушай, зачем рейтинговаться? Мне это не нужно, это не про меня. Поэтому уберите. С другой стороны, понятно, что идут консультации между вот этими ведущими университетами с участием Московского университета, что, видимо, надо делать какой-то свой рейтинг, потому что иначе это проигрыш в конкуренции за того же китайского, индийского, вьетнамского, аргентинского студента. Да? Поэтому я полагаю, что это не совершенно неизвестно, что издержки будут очень значительные попытки вот, применить к себе это. И считал бы, что нужны другие инструменты, но мы пока не можем правительство развивать. Поэтому в этом у президента правительства не нужно. Пока нет. При отсутствии бегу не пишем непростой. На самом деле делается европейский рейтинг уже юмалтиранг. Правильно, мы тоже не уважили. Ну, да. Мы тоже уважили. Хотя это не рейтинг полноценный, но у нас. То есть его надо расширять, понимать, конечно, и заметил, гораздо больше для нас подходит. Вот пример еще. Очень хорошо, извините, про рейтинг. Когда в рейтинге, в том же High Education, ETS, имеет большое значение количество доли иностранных студентов в университете, это правильно. Вот к вопросу о поддержании конкурентоспособности и всеобщей доступности. А вот когда появляется показатель количества иностранных профессоров, послушайте, понятно, что американская образовательная система сделана на мировой профессор. Там, чем сильнее университет, тем больше он впитывает индийцев, русских, китайцев, шведов и прочих. Но это специфика британской системы. Я понимаю, что есть небольшие страны, Дания или Бельгия, которые не могут в университете все покрыть своей национальной профессии. Ну, прости, Франция, Германия, Россия, Украина, Польша могут. Почему они себе должны ставить задачу размывания? Другое дело, вы должны быть конкурентоспособны с иностранными профессорами. Да. Чтобы у вас было для этого достаточно, чтобы вы нанимали двух профессоров с рынка мирового, чтобы было видно, как вот у вас камертон. А 30% задачи. Спасибо. Пожалуйста. Руслан Машкенко, экономический факультет университета Шевченко. Александр Александрович, вы очень много проблем коснулись в своем докладе, но последнее обсуждение рейтинга, оно вот такая системообразующая нить, потому что действительно, а судьи кто? Кто эксперт на рынках общественных или квазиобщественных? Ибо там никакой другой механизм оценочный практически без экспертных мнений невозможен. И часть обсуждения, а потом гипотетически и вопросы ваше мнение по этому поводу. Естественно, что первый рейтинг, который был создан именно в сфере услуг, он не касался университета. Он касался, прежде всего, качества информации и как раз отображал чистую теорию информационной асимметрии. Но создание мирового рейтинга университета – это продукт и следствие, и предпосылка глобализации на рынке услуг. Потому что, в отличие от всех других информационных услуг, образование всегда субъективно.
субъектным. И самое главное, ограничитель – это количество субъектов, которые способны вообще к интеллектуальной деятельности, способны не только поступить, но и закончить, ибо там идет еще отсев в процессе, и, естественно, потом пользоваться этим, вернее, сформировать свои ценностные шкалы свои и в течение всей своей жизни, не только профессионально, но и в любом виде жизнедеятельности, эти ценности реализовать. И здесь любой рейтинг, он, как любая модель, которая несовершенно отображает любой процесс, который она моделирует. И говоря о рейтингах, это такая картинка, неужели Мона Лиза смогла бы, улыбка Мона Лизы смогла бы победить в каком-нибудь из нынешних конкурсов красоты? Это риторический вопрос и риторическая постановка. Приблизительно европейские университеты – это Мона Лиза, это улыбка Моны Лизы на американском конкурсе красоты. Потому что главное событие 20 века – это образование Лиги мировых университетов, которые, кроме создания мировых рынков товаров, они создали мировой рынок будущего. Не только привлечь к себе лучшую молодежь, но и оставить у себя в стране. И эта лучшая молодежь формирует новое поколение, которое переваривается и создает вот то, что эффект американской нации, то, чего нигде более не создал. То есть это создание мультикультурного мира, вот поликультурного, то, что мы говорим о как главный принцип 21 века, уходя от возможности террористической. Я встряну, в чем вопрос, потому что у нас получится. Да, вопрос честно. В том, что рейтингов должно быть много. И для того, чтобы пользоваться этими рейтингами, надо точно так же готовить тех, кто может воспринять эти рейтинги. Потому что по закону больших чисел или в рейтинги не попадают, или они меряют термометром давление. Можно я вернусь? То, что рейтинг должно быть много, я соглашаюсь. Но можно вернуться к вопросу об улыбке Моны Лизы на американском конкурсе красоты. Потому что суть очень хорошо. Спасибо, вы как раз наберете. Видите, мне кажется, что здесь есть еще один фундаментальный уровень проблемы. Потому что, если мы с вами посмотрим, как развивались университетские системы, я ведь прошел мимо этого, сказав, что американские исследовательские университеты – это другой тип. На самом деле, английские исследовательские университеты – тоже. До примерно 17 века, точнее, можно твердо сказать, до Кромвелевской гражданской войны университетская система континента была едина. А, собственно, континента. Это и была мировая университетская система. Да? Потому что профессура перетекала, студенты перетекали, это была единая система. Потом возникло длительное отсоединение британских университетов от континентальных. За это время сложилась специализация. Британские университеты пошли по пути Фрэнсиса Бэкона эмпирической науки, да? Континентальные университеты оставались на основах фундаментальной науки. В итоге между ними, разумеется, сложилось разделение труда. Мы видим, как оно работает. Крупнейший ученый 20 века Альберт Эйнштейн. Это продукт германской системы фундаментальных университетов. Но где он завершает свой год? В США. Потому что внедрение всех этих вещей, доведение невозможно, плохо идет в рамках фундаментальной системы неоклассических университетов. Вроде бы ничего страшного, вот такая специализация. Если бы не произошло того, что произошло во второй половине 20 века. В результате Второй мировой войны и, вообще говоря, поражение Германии и кризиса германских университетов, конкуренция СССР и США и, вообще говоря, проигрыш СССР в этой конкуренции, пошло распространение англосаксонских принципов системы, причем некоторые из них, как бакалавриат магистратуры, нормально. Но, на мой взгляд, это может иметь
долгосрочные довольно опасные последствия. Потому что для того, чтобы американские университеты комплектовались новыми мозгами, нужно, чтобы работали фундаментальные науки в Европе. А похоже, что мы становимся, как бы сказать, плохими копировщиками англосаксонских исследовательских традиций. У меня вопрос, а через 50 лет система замкнется, деградация начнется? Потому что откуда будут браться фундаментальные идеи и фундаментальные разработки, фундаментальное образование? Потому что вот эта специализация, это был баланс, который возник по, может быть, случайным встречам. И Стерон был тоже случайным встречам. Вот это меня волнует довольно сильно. Именно поэтому я полагаю, что задача того, что вы назвали уроки монолизы, это вопрос о том, как сохраниться в системе производства фундаментального знания, которое не дает мысли. И привести его в баланс с исследовательскими англосаксонскими университетами, в котором, в общем, они находились в 19-м веке. Пожалуйста, вопрос. Спасибо за интересную лекцию. Сергей Курбатов, Институт высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины. У меня такой вопрос. Вы процитировали замечательное утверждение Аркадия Гассета о том, что задача образования – повести человека вровень со временем. И снова-таки, беря во внимание эту идею неоклассического университета, который дублирует две основные функции, которые сформулированы Вильгельмом фон Гумбольдтом, обучение и исследование, да, вот такой интересный тут парадокс возникает. Ведь обучение – это трансляция знания из прошлого в настоящее. Исследование – это в какой-то степени трансляция знания из будущего в настоящее. То есть не будет ли вот в будущем в процессе отделения и как бы легитимации этого элитного статуса университета, закрепления исследования за элитными университетами, что, собственно, и происходит, если мы проанализируем топовые позиции мировых университетских рейтингов, большинство университетов исследований. А обучение, опять-таки, станет прерогативой этого массового университета и, собственно, будет механизмом трансляции вот тех культурных ценностей, о которых вы говорили, как о задаче университета, и ваш интересный аргумент, почему вы против сокращения этого огромного количества университетов в России, мы имеем аналогичную проблему в Украине. Согласны ли вы с этим тезисом? Значит, спасибо. Я полагаю, что да, скорее, ведь то, чем занимается слабый университет, массовый, да? Это скорее даже не образование, а просвещение. Потому что образование, вообще говоря, должно иметь сертифицированный результат и в виде некоторых компетенций. Этого нельзя сказать вот так, как бы нормативно, потому что иначе мы отбираем диплом у этих людей, а они, собственно, с дипломом и пришли, и это привело в средний класс. Да? Но я согласен, что там образование будет без исследования, потому что невозможно обеспечить связь. Это не хумбутовское исследование, это не неоклассическое исследование. Это новое явление. Массово демократические хумбутовские. Я бы сказал, что в этом смысле они скорее пришли на смену воскресной школы и чего-то, когда люди тянулись за народным университетом, да. Но при этом понятно, что это не просто люди любопытства, а это люди, которые хотят сменить свой социальный статус. Но в общем, да, я думаю, что это новый элемент, ему надо дать возможность правильно санализироваться. И главное, отсечь от того, что действительно подлежит ампутации, где идет продажа диплома, где нет процесса. Я думаю, у вас такой есть у нас. Спасибо огромное за ваш доклад, Александр. Вопрос следующий. То, что проблема в слабых университетах, очевидно, есть проблема. Но как вы смотрите на ситуацию с сильными университетами, которые на сегодня и существуют в пространстве, которое требует профессионализации,
и ориентировки на рынок труда. Ведь сильные университеты тоже должны как-то ориентироваться. Как да. Это некоторая несогласованность? Или как вы на это смотрите? Давайте поймем, кого производит сильные. Потому что здесь есть, опять-таки, много мифологии. Кстати, мифология очень полезна. Представление о том, что МГУ производит ученых, да, МГУ производит и ученых тоже. Я бы сказал, что если каждый, не знаю, 50 выпускник МГУ станет ученым, блестящий результат, очень хороший. Но в массовом сознании МГУ будет это ученых. Я могу сказать, конечно, это не так. Безусловно, это не так. Потому что в целом кого производит Московский государственный университет? Я могу говорить о моем родном факультете, где я декан, экономический факультет МГУ, он производил, производит и будет производить управленческие элиты. Часть этих элит научные, но вообще кто-то идет действительно в аналитические подразделения. Но многие просто министры, председатели центральных банков, руководители компаний и так далее, и так далее. Наши выпускники, вот парадокс, по идее финансовый университет должен производить глав Центрального банка. Но Сергей Михайлович Игнатьев уступил место Эльвире Сахипзатовне Набиуллиной, оба выпускники нашего факультета. Сергей Михайлович учился до меня, а Эльвира просто учился у меня. Да? Но это выпускники университета с классическим экономическим образованием. А министры-либералы и министры-консерваторы одинаково происходят. Одинаково. И Сергей Глазев выпускник нашего факультета. И Сергей Алексашин выпускник нашего факультета. Я к чему говорю? Кого производят университеты, как ваш, так и наш? Думаю, что это в терминах рынка труда для элитных университетов должно как-то по-другому называться. Потому что на самом деле мы не производим специалистов какой-то сферы. Мы производим людей достаточно универсальных для того, чтобы, имея филологическое образование, потом руководить, я не знаю, там, машиностроительной компанией или с экономическим образованием человек просто в любой сфере работает, совершенно обязательно занимаясь конкретным экономическим анализом. То есть это люди с некоторыми универсальными компетенциями и пониманием того, что они делают. Поэтому боюсь, что если мы попытаемся это привязать к конкретным динамикам рынка, тогда мы проиграем, потому что мы не знаем, какая структура занятости потребуется через 10 лет, а зато мы производим людей, которые могут эту структуру занятости воспроизвести. Закон, какой бы он ни был, с тем не нужен. Кстати, пример. Забавно, парадоксально, который мы обсуждали с Министерством образования и науки, перешли планированного на основе рынка труда, как раз вот такого рода специальности, в итоге получилось, что на федеральном уровне в России бюджетных мест по философии было определено, по-моему, что-то порядка 400 на страну. Это примерно столько, сколько в одном Бохумском университете Германии по философии. Его сократили до 5 или 7. Но давайте поймем, почему так получилось. Мы разбирались с руководством министерства эту ситуацию. Они задают вопрос, кому? Губернатору. Сколько вам нужно тех и философов? Ну, только Москва там, вот, почитал бы, говорит, мы можем человек 100. Согласитесь, это по-божески, когда Москва сказала, ну, может, 100 философов, пожалуй. Да. В итоге в сумме в России это неправильно сформулированная задача. Мы не можем проектировать выпуск философов, исходя из запроса рынка труда. Нет такого запроса. Его нет. Поэтому потом, конечно, пришлось это все исправлять, вот. Но хорошая иллюстрация как раз вашему вопросу. Другой механизм подвел вопрос. Если почему такой вопрос возник, Алина Леонидовна Усатенко абсолютно вот верно ему задала. Дело в том, что уже, как сказать, как чиновник,
Так вот, я, когда вот формируется госзаказ по университету, согласно действующему положению, я должен согласовать его в центре занятости и Кинской городской государственной администрации. И вот в департаменте образования город-администрации мне задают вопрос, вот совершенно верно, о моем родном философском факультете. А почему вы планируете 50 человек приемной философии? Куда вы их будете? Я им объясняю. Ну, слава Богу, мы умеем внятно объяснять. Я говорю, ребята, то, что я у вас согласовываю, это для вас честь, а не моя обязанность. Так, я мог бы послать вас, потому что мы общенациональный университет. Но я иду у вас подписываю, так и поэтому учите. Потому что есть обратный вариант. Обращаются ко мне директора специализированных физмат-школ. По типу вот вашего солнца у нас есть в университете УФМР, Украинский физико-математический лицей. В Киеве есть порядка двух десятков специализированных физико-математических очень хороших школ. И вот им нужен преподаватель физики или математики с классическим университетским образованием, с глубокими знаниями. Вот здесь был первый съезд учителей математики, где это мы все обсуждали. Пишу я письмо в город-администрацию. Пожалуйста, предоставьте на... Ну, я не буду говорить, что я знаю, откуда просят. Пожалуйста, предоставьте нам данные о том, где есть места учителей физики и математики, вот хороших учителей, не в рядовую школу, а все-таки действительно школу с углубленным изучением. Мне приходит ответ, ну, прогнозируемый, к сожалению, так, в котором написано, что все потребности в контингенте учителей для школы города Киева обеспечивают Национальный педагогический университет имени Романова и Киевский университет имени Гринченко. И на этом круг замыкается, потому что возникает вопрос, они согласовывают как бы со своими структурами. Мы задаем вопрос, что а как же вы будете учить, если там не готовят таких учителей физики и математики, которые готовим. И вот получается, что требования, вот Алина Олеговна не договорила, но тут же это вопрос как раз фундаментальный. Требования согласовывать с федерациями работодателей, содержится в национальном плане реформ президента Украины, то есть это идет как императивная норма, что все вы должны переводить на рельсы, вот такие и такие, вы должны четко с рынком труда, но при этом прогноза рынка труда, вот мы задаем государственной службе занятости, есть такая информация, мы задаем вопрос, а скажите, пожалуйста, вы можете смоделировать, ну, тенденции, мы не говорим вот, ну, тенденцию хотя бы, ответа на это. Вот я приведу пример. Тут, видимо, надо искать совершенно другие институты для элитных университетов. Приведу пример по Московскому университету, который тоже обсуждается положительный пример, в отличие от истории с философией, но очень непростой. Лет 15 уже назад был создан в Московском университете факультет фундаментальной медицины. Надо сказать, всегда в императорских университетах были медицинские факультеты. Но в советское время вывели, потому что сначала первый медицинский институт, потом второй, это все вывалилось из МГУ в Москве. Зачем? Ну, конечно, стране нужно очень много простых врачей, потому что страна такая, как бы сказать, неразвитая, нужно ее покрыть сетью врачей, невозможно производить без один ученого доктора. Нужно много-много-много врачей, которые чуть лучше лечат. Да? Это было правильное решение, это точно. Правильно. В итоге почти 100 лет у нас не было производства настоящих ученых врачей, которые знают химию, которые знают биологию, которые сами смогут составить лекарства и так далее, которые понимают технологии. ФФМ все признают, успешный эксперт. Выпускает всего 50 человек в год. А дальше вопрос. Куда? Куда они отнимаете? Потому что эти выпуски стало скупать за границу. Это же господин ученый доктор в германском понимании, да? Это же... Поэтому сейчас спохватились, сказать, давайте мы из них, нас, то есть, клинический факультет, а давайте мы их обучите еще экономический менеджмент, и мы из них будем делать руководители системы здравоохранения, потому что они же понимают и ту, и это, и как-то все. Я не уверен, что это правильное решение, но оно правильное в другом смысле. Это элитная группа, действительно управленческая в широком смысле, потому что они должны какие-то сценарии будущего, они могут это делать. Уж по крайней мере желательно, чтобы они делали в России, а не в Германии. Да?
Это вопрос о том, кого мы производим. Это правильно еще? Правильно, типа. Здорово, где-то правильно все. Молодцы. Блистательные врачи. Но им нет места на рынке труда, потому что мы создаем новый тренд на рынке труда. Вот это должно быть каким-то образом институционализировано. Я могу сказать, я думаю, у вас это примерно так же. У нас как это институционализировано? В итоге, ну, у нас, во-первых, есть закон о двух университетах, о Московском и Санкт-Петербургском, который список закона об Оксфордском и Кембриджском университете в Соединенном Королевстве. Юристы не себя, они говорят, нельзя в уникальной системе было делать именной закон о двух юридических лицах. В итоге мы над министерством, над стандартами, и как только напрягаются какие-то отношения, мы министерство говорит, так, извините, мы об этом поговорим с президентом, с премьером. До свидания. Да? Но реальность на самом деле, конечно, происходит. Когда происходят какие-то трудности, то ректор идет к президенту. И дальше президент и ректор принимают какую-то конвенцию, которая учитывается. Председатель попечительского совета. Ну вот теперь нашли институционализацию, кстати, это хорошо, потому что нашли какой-то формат, который можно объяснить, почему этот ректор с этим президентом так общается. Потому что, во-первых, есть закон, а во-вторых, вот, пожалуйста, он в данном случае председатель попечительского совета. А вице-премьеры и министры – члены Российского Совета. Да? Поэтому, ну, видимо, надо такие форматы находить. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Ну, я хотел спросить, вот, в какой степени вы вот, своим студентам или будущим исследователям, или большой части, которые студентов получится, прививаете какую-то такую, знаете, ну, независимость мышления, такой критический анализ, там, стремление разобраться, да, если мы ну, попробуем трансформировать этот вопрос, да, к текущей политической ситуации в Украине, да, к соглашению об ассоциации, да. Ну, с одной стороны, это абсолютно понятное желание жить так же, как в Европе, да, вот, есть политические системы, экономические и прочее, которые были. С другой стороны, в соглашении есть экономический механизм, который, в общем, мягко говоря, очень резко и дисбаланс имеет в сторону Евросоюза, и, в общем, он там разработал, понятно. Вот. И вот, ну хорошо, вот сейчас, например, там правительство пытается какой-то вот говорит, что вот, видим какие-то такие вызовы там, для экономики, там, вот, ну, студентов, да, средние. Он повинуется вот первому порыву, как бы, политическому, да, или у меня все-таки должно быть стремление, вы должны в нем вырасти эти вы, там, или здесь, наверное, чтобы вот это понимание, ну, самому разобраться, да, потому что премьер-министр говорит, там есть целый ряд серьезных аспектов. И, честно говоря, я как бы наблюдаю просто, например, я вижу, ну, Академия наук, да, украинская, она достаточно критически по многим вещам и как бы высказывала озабоченность. Но, честно говоря, я, конечно, не могу найти много не едино, но я крайне мало вижу, например, вот исследований университетов, да, которые бы выходили за рамки определенного политеса. Ну, вот он как бы был очень характерен, например, для советской системы, да, то есть это как бы очерчивались рамки для исследований и вот. Но и сейчас даже, я бы сказал, даже в социологических исследований, когда ты читаешь вот их вещи, да, то ты видишь, знаете, сочинение по заранее заданную тему. Ну, наверное, где-то важно, как бы, принимать. Да. Я понял вопрос, мне кажется, я понял вопрос. Я бы сказал так, критические мышления, конечно, элитные университеты воспитывали и будут воспитывать. Потому что я считаю, что форма научного семинара, да, когда нет учебника, все, в магистратуре учебника быть не может. Там есть оригинальные работы, которые противоречат друг другу. Все. Кончилась упорядоченность мира. В бакалавриате можно допустить, что мир весь нарисован вот на карте. А в магистратуре человек пришел, ему говорят, так, теперь сообщаю вам самое важное. Мир не устроен вообще. Тут вообще ничего понять нельзя. Это противоречит тому, это тому. И давайте с этим разберемся. Это в университете было, есть. И хочу сказать, укрепляется, потому что я в Московском университете, для меня
праздничным днем стало 13 февраля 2012 года, потому что в этот день начали читаться так называемые межфакультетские курсы. То есть стали читаться курсы, сделанные специально для студентов других факультетов. Это совершенно достаточно вещь. Вот когда у меня на лекции сидят ребята из 20 факультетов, и я должен понимать, что здесь математики и физики, и филологи, и страноазиатики и прочее, Юль, вы видели, да? Вот потрясающее впечатление мультидисциплинарного разговора. Поэтому это тоже вопрос о воспитании такого широты мышления, критичности и так далее, и так далее. Поэтому, при том, что, я повторю еще раз, я полагаю, что важно не просто критичность развить, но и уйти от высокого уровня избегания неопределенности. Не должны люди бояться риска, если они идут прокладывать пути в новое и управлять такими сложными процессами. И по поводу, как бы сказать, деликатного вопроса, я не буду говорить, безусловно, об украинской ситуации и выборе, абсолютно ваше. Но я могу сказать, мне близка позиция, был такой ректор Московского университета, князь Новицкий, который был очень добрый. Он стал ректором в 1905 году и перестал быть в 1906. Это человек, на время которого пришлась первая русская революция. Так вот, это человек, который у нас на Татьяне день, на праздник Московского университета, ректор каждый раз делает доклад об истории Московского университета по какому-нибудь вопросу. Например, вот он нравственности делал доклад в 13-м году. Он говорил о князе Трубецком и сказал, человек, который сначала потратил массу сил на то, чтобы не удержать студентов от участия в радикале, а умер в приемной министра полиции, добиваясь освобождения своих студентов. Это, на мой взгляд, позиция Московского университета. Постараться людей не пустить в мешанину политики не потому, что этим нехорошо заниматься, а потому что у университета другая задача, я так сказал, мы конкурируем с внешним миром за мозги и внимание, за ресурсы. А с другой стороны, отбить их у разного рода полицейских ведомств, потому что это наша страна. Это наше понимание. Вот я бы ответил, повторяю, не про то, что здесь, а про историю Московской области. Я скажу, что позиция Киевского университета такова же, так и то заявление, которое принял понедельник ученый совет университета, мне кажется, было как раз вот действительно мы осудили до насилия, так, и признали все их спокойствие и здравомыслие. Но это самое главное в данной ситуации. А возможно, я отвечу на вопрос Александру Александровичу. Действительно, может тяжело отвечать, потому что не совсем в курсе, что такое Национальный институт стратегических исследований. Ну, конечно, это сочинение задали. Я знаю всех, начиная от директора, который закончил философский факультет нашего университета, так вот почти мой однокашник, на год разницы. Ведь это институт при... Дальше мы продолжаем, да. То есть сочинение на заданную тему сразу же, потому что они должны, к сожалению, у нас не вырабатывают политику, предлагаемую, так, а они наоборот, они оправдывают политику проводимую. То есть, ну, вот может из-за этого и проблема, что да, институт экономического прогнозирования посчитал 160 миллиардов, непонятно, никто не объяснил, откуда эта цифра взялась, правда? Вот, это 60 миллиардов евро. Как потери от Украины. Да, то есть они взяли просто, сколько вот Польша каждый год там чего-то, и помножили на 10 лет. Ну, это не потери, это тоже работа на технические нормы и стандарты Евросоюза. То есть вот модернизация предприятий. Методологии они же не предоставили, правда? Тут, нет, ну в этом интересно разобраться, потому что это бесплатно слишком. Нет, конечно, конечно. Спасибо. Коллеги, у нас последние буквально два вопроса, очень короткие, если можно. Спасибо. Вот, девушка. Здравствуйте, Марат Сергеевич.
скажите, пожалуйста, какие, по вашему мнению, перспективы развития университета в будущем в связи с распространением дистанционного образования? Не станет ли тогда в университете превалировать аппарат выработки новых знаний и распространения над механизмом формирования новой культуры? Спасибо. Такой вопрос, который заставляет размышлять очень много, потому что, с одной стороны, я абсолютно убежден, что дистанционное обучение не восполняет все системы очных контактов. Сейчас попробую объяснить почему. Видите, это как раз опять к вопросу о различии традиции университетов и культур разных наций. Мы принадлежим так, странам так называемой высококатерской культуры. И вы, и мы, и немцы, и французы, в отличие, например, от англичан и американцев. Англичане и американцы полагают, что все должно быть записано, записанное должно соответствовать тому, что происходит, и можно это прочитать, или то, что вот протранслировано в этом блоке, в этом модуле, оно соответствует полному спектру. Высококонтекстных культур не так, потому что здесь значительная часть знаний сообщается не через модуль, лекцию, а через прямое общение. Может быть, тщательность идет аспиранты с научным руководителем. Я повторяю, это относится не к архаичным традициям, а к определенным типам культур. Научные школы, вообще говоря, существуют именно так. Они существуют еще через какие-то неформальные общения. В этом смысле дистанционное обучение, там, конечно, сужены возможности вот этого неформального общения. И в этом смысле вытеснение не происходит. Другое дело, что это открывает иные возможности. Ну, например, у МГУ открываются, МГУ не открывает свои филиалы в России, но сейчас мы вынуждены открывать, у нас есть филиал в Баку, мы вынуждены открывать в Ереване, при этом это две воюющие страны, поэтому, скажем, условия, что один преподаватель не могут ездить. Да, в тот или другой филиал, хотя это было бы проще. Да? В итоге, какое решение мы найдем? Понятно, какое? Дистанционное. Потому что, когда эти курсы будут читаться из Москвы, а именно одновременно читаться в Ереване и в Баку, да, и это не создает дополнительных проблем и сложностей. Полагаю, что в массовом образовании, конечно, это может играть очень большую роль. И, скажем, Стэнфордский университет такой проект реализует, МГУ сейчас начинает, мы сделаем пакет наших вот этих межфакультетских курсов, видео, да, и дальше это будет размещаться в интернете, и мы попробуем это оснастить определенным сопровождением, но означает ли это, что это будет образование? Нет. Это скорее приглашение к фонду. Поэтому инструмент интересный, но я не уверен, что он, как говорят, так еще, что они не заменяют. Пожалуйста. Георгий Владимир Иванович, Украинский центр сохранения федерального культуры. Спасибо за информацию о механизмах социализации. Вам не кажется только, что вы упустили такой важный механизм социализации, как инновационный механизм. То есть механизм, который позволяет независимо от, скажем так, социальных качеств человека реализовывать свой творческий результат. Это вот один такой вопрос. Я по времени займу очень мало. Второе, необходимость, на ваш взгляд, участия активной нравственной деятельности в процессе социализации детей и инновационной деятельности. И последнее, значение инновационной культуры для экономического развития. Спасибо. Это действительно пакет вопросов. Он один, но быстрее. Я сказал так. Сам по себе инновационный механизм не есть механизм социализации. Не есть, потому что я говорю о механизме социализации, когда речь идет о формировании ценностей и поведенческих предпосылок.
Поэтому самореализация – великая вещь. Но вот когда вы говорите о том, что там есть нравственная составляющая, вот да, вот тогда мы начинаем говорить о том, что это в этом случае механизм социализма. Наконец, когда вы говорите об инновационной культуре, знаете, это очень серьезный вопрос как раз для нас особенно, потому что на попечительском совете МГУ была озвучена, наконец, идея, которую ректор с деканом готовил почти год. Это научно-технологическая долина Воробьёвы горы. Мы пытаемся сделать новый вариант кластера. Хочу сказать, потрясающие штуки возникают на междисциплинарных стыках. Когда, скажем, мы, экономисты, начинаем работать с психологами, биологами, физиками, математиками и прочее. А понятно, что, не знаю, как в Киевском университете, это называется так же, что ядро Московского университета – это естественные науки, потому что школы мирового уровня по ряду исторических, да, были там. И там сохранился вот этот потенциал. Ровно поэтому я полагаю, что мы и экономический факультет разворачиваем так, чтобы сцепиться вот с этими мировыми школами, чтобы работать вместе с физиками, биологами, с биологами, психологами, но вместе там нейроэкономика, нейромаркетинг, вот эти вещи. Именно поэтому, кстати, я полагаю, что ректор Московского университета должен быть естественным. Это удобнее нам, потому что в этом случае он представляет мировую научную школу. Хоть это математик, физик, химик и так далее. Он хорошо нас всех вводит в эти вещи. Поэтому сейчас, после всего, для нас вопрос, сможем ли мы создать вот эту инновационную культуру, которая превратила бы поиски на междисциплинарных стыках в реальные внедренческие проекты, потому что проект принят, он одобрен президентом, будет построен больше миллиона метров зданий за ближайшие несколько лет, очень быстро будет идти строительство, уже там найдены средства, уже мэр этим занимается и так далее, и так далее. То есть будет научно-технологическая долина Воробьёвы горы как новая попытка создать инновационную долину, в отличие от Сколково, здесь рядом лаборатория Сколково, и здесь 40 тысяч студентов, которые в Сколково нам пригласить. Да? Поэтому здесь предпосылки создать что-то такое, что сработало бы, не исключая там сколковские поиски, сработало бы именно на базе университета как определенный тип инновационного. Спасибо, будем подводить итог. Спасибо вам, Александр Александрович. К сожалению, время. Так, если учитывать, что погода, так и нет. Спасибо огромное. Я думаю, что мы получили прекрасное впечатление сегодня от блестящей лекции. Спасибо огромное бренду, я буду называть Polit.ua, да? Потому что, в принципе, действительно так, это уже бренд. И я думаю, что это будет одна из вот... Первая попытка нашего тесного сотрудничества была весной, весенним, заснеженном Киеве, когда Алексей Павлович Козырев, мой огромный друг и соратник, приезжал и прочитал лекцию по сотрудничеству с Кавердин, и прочитал лекцию о Соловьеве, которая вызвала вот огромный форум. Вот это вторая наша такая попытка сотрудничества в цикле публичных лекций, мне кажется, удачная. Огромное спасибо, Юля, вам за то, что вы откликнулись, потому что это было, я вот уже в конце сознаюсь, наши переговоры об Александре Александровиче, вы же не слышат, они длились 3 месяца. Да? 18 июня. Вот так, так что это долгая наша вот шифрованная такая переписка. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Спасибо.